Ай-яй-яй. О, клоун, клоун, развесели меня. Мне скучно. Я Пеннивей. Бэкст, бэкст, бэкст. Бэкст, бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в симулятор дворфов. И да, вот этот вот маленький чудак, это я, и я не нуб нифига, это просто скин такой. На самом деле я маленький дворфик, который хочет немножко подкрепиться и собрать здесь очень вкусных ягод и фруктов. Ну а фруктов здесь просто завались. Ух ты, дракош, смотри какой. Еще и с виноградиком. Постой, дракоша, стой, говорю. Фиг с тобой. О, клубничка. Надо ее съесть. Как вкусно. Еще клубничка. О, яблочко, лимончик есть, как груша. Ну все, у меня сейчас скоро фруктовый диабет начнется. Итак, как ты уже понял, в этой игрухе нужно питаться фруктами и расти, становиться большим и крупным, как арбуз. На самом же деле игруха напоминает очень сильно слизария, за исключением того, что у меня нету длиннющего хвоста, который нарастает с каждым разом, когда я поглощаю еду. Я уже до 9 размера объелся. Сейчас лопну нафиг. О, второй уровень. Мне даже дали 200 монет. Ну-ка пойдем в магаз, посмотрим, что сможем прикупить. Ага, персонажи, шлейфы и геймпасы. Геймпасы за рубаксы. Персонажи. О, персонажи можно в рулетку выиграть. Отлично, ну давай 200 монет мы сейчас с тобой на рулеточку спустим. Азартные игры это, конечно, плохо, но за виртуальные деньги можно и поиграть. Итак, вскрываем. Эпик, эпик, гони. Давай, ну же. Так, зелененькие вещички, это хорошо. Нет, только не нубас. Робот, робот, робот. Оу-е, робот. Ништяк. Вот это я называю удачно вкинул деньги на рулетку. Сейчас приоденем скин. Робот, это ж вообще пипительно. Расщепительно. Ты только глянь, какой он няшный. Боже, я б себе такого купил. Я просто не могу с этого робота. Он такой, как шалтай-балтай, бегать среди нубасов. Блин, ну как же я рад, что я наконец-то этот скин сменил. Кстати, да, здесь так же, как и в Слизарии, есть ускорение. Если мы его используем, то наш размер идет в счет этого ускорения. Короче говоря, ускорение съедает твой размер. Но в отличие от Слизария, у нас здесь есть руки, которыми можно махать. И, конечно же, какой же Роблокс без драк и потасовок? Не, не, получай, отдай мне свой жир. Нифига, это я сейчас твой отберу. Ну вот. Меня победили и отобрали все мои фрукты, ну то есть мои жировые фруктовые запасы. Теперь мне придется их по-новому набирать, вместе с размером. Фруктики, фруктики, фруктики. Эй, железка, есть фрукты? Воу-воу-воу, не трогай. Давай, робот, тапки делаем, тапки, беги. Да что ж такое-то, отстань от меня. Я же обычный мирный робот, не трогайте меня. Фрукт поднял, косарь потеряла, ну иди сюда. Ва, спасите. Фух, вроде оторвался. Надо подлечиться. Так, где мой отхил? Помедитировать надо. Фрукта медитейшн. О, здорово. Единственный минус отхила это то, что хилка тоже съедает мой размер. Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, сейчас нубаса мелкаш какой-то завалит. Отдай мои фрукты, нубас, ты не заплатил за них. Вот это разборочки, а ну пойдем поближе. Нубас застыл в воздухе. Ничего себе, он сколько фруктов себе натырил. Ты глянь, торгаш всех забрал и подрос. Ай-яй-яй, сейчас еще и я отхвачу за то, что там чуть-чуть урвал у него. Включаем мигалки и валим отсюда. Ой-ой-ой, кажется, меня это не спасет. Ну блин, торговец еще и мои фрукты забрал. Пират, взять его на абордаж. Дракончик, дракончик, дракончик. Дракона не трогай, я отомщу тебе за дракона, получай. Я вообще-то не пират. А кто ты? Я Рожебонка, так что отвали от меня. Да вообще пофигу, кто ты, я отомщу тебе за дракона, получай. О, теперь ты бледно-бонго будешь. Сколько фруктиков. Я мщу за бледно-бонгов. Корон, завязывай, я только что придумал бледно-бонгов, их не существует. О боже, дай мне силы спастись в этой вселенной мщунов. Великая башка настигнет тебя. Я в печали, а когда я в печали, нужно делать что? Правильно, крутить рулеточку. Давай эпик, оранжевого, оранжевого. Нет, только не синий, ну только не это. О, какое же это дно. Просто впустую 200 центов спустил. Я же вроде говорил, что азартные игры это зло, да? Меня вот что-то в рулеточку затянуло. Давай, давай, только не синьку, только не синьку. До победного, да, зелененький.
Теперь я клоун. Ха-ха-ха. О, кого повеселить? Клоун, правда, похож на чувака из фильма «Оно». Да хоть кого я обманываю. Сейчас все клоуны для меня похожи на Пеннивая. Эй, нуб, хочешь фокус покажу? Отстань от меня, злой клоун. Не трогай меня, сейчас маму позову. Да чё ты, прикольный фокус. С исчезновением нубаса. Во, побледнел и исчез. Ня-ня-ня. О, клоун, клоун, развесели меня. Мне скучно. Я Пеннивай. Сейчас будет весело. Не-не-не, да-да. Фокус-фокус. Весело, да? А чё ты такой бледный? О, фруктики. А мне нравится эта работа. Бесплатные фокусы и веселуха. Бесплатные фокусы и веселуха. Господа, вам нужны фокусы и веселуха? У нас и так весело. А-а-а, понял, всё, я валю. У вас и так весело, всё, давайте пока. Ран-баса-ран! Ран-баса-ран! Ой, труханул немножечко. Во, вот это я понимаю. Бананси наколдовал, смотри какой. Даже не представляю, как его есть. Банан, бананище. Эй, нифига мой банан. Мухо, какой здоровый. Вот это я отъелся. Ва, гигантский клоун, берегитесь, щемитесь, бегите. Ого, да я же добрый клоун, ты чего? Гигантский нуб, щемитесь, берегитесь, гиганты нападают. Ха-ха, битва титанов, нуб или клоун? Кажется, клоун отхватил. Эй, где мои шмотки? Кто их стащил? Блин, ну чё я теперь за клоун без вещей? Посмешище бегающее какое-то. По-любому это тот нуб-гигант сделал. Я ему сейчас отомщу. Ха-ха-ха, шмакодявка-клоун. Да сейчас я тебе покажу, кто из нас шмакодявка. Я тебе сейчас тут делаю. Ну, переросток, блин. Да я тебя растопчу, как таракана. Ага, а ты сперва попади по мне. Ну все, пухлый, тебе капец. Нет, этого не может быть. Ма-ха-ха, да. Ух, сколько фруктов. О, я перенял силу этого гигантского нуба. Теперь я самый огроменный здесь. О, вот это круто. Ха, ты посмотри, какой шмокодявка. А погоди. Это тот нуб, которого я сейчас уложил. Хе-хе. Пришел мне мстить. А, разбежался. Да я тебя сейчас растопчу. Вот так вот. Получи. Ага, еще попробую растопчи такого мелкого. Фиг попадешь. Сейчас вот так вот, на, получил, да? Будешь знать, как на клоуна наезжать. Настало время рулеточки. Так, так, эпичный. Ну. О, вот это дед, только не дед. Что это за борода, блин? Ну, хотя, в принципе, ничего такой бородач, да? Погоди, у него что, купальник? Это девочка с бородой? Вот это нежданчик. Я самый огромный дед, волосатый и огромный. Ну, это не точно. Возможно, я еще бабуля. Я же в купальнике. Да, бабуля, волосатая, бородатая и в купальнике. Гигант. Это прям фильм ужасов какой-то. Я тут своей бабуле прикупил шлейф из виноградинок. Теперь от меня за версту чуют виноградками. Ну чё, тряхнем стариной. О, господи, как эти мелкие нубасы достали меня, надо их всех растоптать, вот так вот вам. Последняя рулеточка на сегодня, пропустим процесс. Да ладно, Синька. Ну, под конец-то можно было что-нибудь эпичное выкинуть. Эх, ладно, давай переоденемся в этого чувака, который только что выпал. Вот этот вот. Ого, какая у меня огромная шевелюра. Где моя голова? Какая она маленькая. Что с моей головой? Боже! Где мои мозги? О боже мой! Что? Как моя шевелюра больше моей головы? На чем она держится? Абзац был. Просто какой-то гигант на стероидах. Тело прокачало, а мозги забыл. Ладно, все, хорош, пора завязывать с этим потанцуями. Воу, что со мной происходит? Какого я так раскрутился, как вихрь? Остановите меня. Я собрал всех нубов, которые меня не могут даже остановить. Фух, вроде бы остановился. Только как-то странно бегаю. Меня, по-моему, все равно раскручивает. Божечки.
Остановите землю, я сойду. Ну что, давай на этой позитивной ноте и закончим. Если тебе понравился этот плейс, то с тебя комментарий, лайк под видосик и подписочка, если ты еще не подписан на канал. Спасибо за просмотр, удачки, пока и до нового видосика. Блин, как мне голову-то теперь накачать? Что это за дела-то вообще такие?